Руслан Гусейнов на территории подконтрольной противника. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими. Гордимся. И в их честь. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Спасибо. Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал, за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, безусловно, выполнены. На всех территориях Российской Федерации вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются. Вот это наша индивидуальная точка. Младшими персонажами. То есть то, что на отделении, мы вот с ней работаем. Как АГС, крупнокалиберный пулемет, противотанковый комплекс. Ну ДК получилось хорошее, я тогда переформатирование и изменения. Все беспилотники уже через эру проходят. И вот совместно разработали. Как дела в республике? В республике у нас все очень неплохо. Это благодаря вам, да. Если вы... Благодаря чеченскому народу. Уважаемый Леонидович, в зоне СВО успешно несут службу бойцы.